Сейчас расскажу о тех, кто приносит пользу нашему городу. 10 тысяч деревьев Краснодару. Новый челлендж стартовал в кубанской столице по инициативе главы города Евгения Первышова. Как поддержали идею краснодарцы, где и какие деревья посадил сам мэр, расскажет Анна Григорьева. Тюльпановое дерево, клен и ликвидамбр, смолоносный, с таким подарком в народный парк, что в Комсомольском микрорайоне приехал глава Краснодара Евгений Первышов. Там вместе с сыном Георгием и дочерью Полиной он дал старт новой акции «Краснодар 10 тысяч деревьев». Ее суть в том, чтобы посадить дерево, сфотографировать и выложить в Инстаграм с хэштегом «10 тысяч деревьев» и «10 тысяч деревьев Краснодару». При этом нужно отметить своего друга, передав ему эстафету. Та программа, о которой я говорил, чтобы в этом году 10 тысяч высадить, да, деревьев, она уже стартовала. Первые 2500 уже высаживаются. Ну, это дополнение небольшое я привез. Я думаю, что постепенно создадим действительно здесь хороший народный парк. Понятно, нужен уход. Но для того, чтобы был уход, как я и говорил, надо вернуть нам землю, муниципальную собственность. Процедура это идет. Народный парк – одно из любимых мест отдыха жителей этого района. Чтобы городские власти смогли его полноценно благоустроить, разработать дизайн-проект и притворить его в жизнь, территория должна быть муниципальной. Глава Краснодара сказал, что этот вопрос предстоит решить до конца года. Так как мы все здесь живем, в Комсомольском, местные жители, то это, в принципе, единственное место, где мы можем отдохнуть, где мы можем погулять с детьми, я имею в виду на природе именно, да, провести как-то время. Опять же, если говорить о береге Карасунского озера, то у нас есть бетонная набережная, но там очень некомфортно находиться, особенно в летнее время, в солнцепек. А этот парк – это действительно место, где комфортно, где приятно, и мы бы хотели, чтобы оно всегда оставалось таким. Пока местные жители сами стараются сделать парк красивым и ухоженным. Проводят субботники, благоустраивают территорию. Кто-то помогает саженцами, кто-то техникой, а кто-то берет в руки лопату. Только в этом году он уже третий. Березы, клены, ивы. Настроение, естественно, хорошее. Делаем для себя, не для кого-то, не из-под палки. Пополняли коллекцию зеленых насаждений и наводили чистоту во дворе порядка 30 человек. Многие пришли с семьями и детьми. Вместе высадили более 25 деревьев. Это сосны, метасеквои, а также расчистили территорию от мусора и сухостоя. В прошлом году, благодаря подобной акции, Краснодар стал зеленее на 7500 деревьев. В этом году, судя по названию челленджа, в планах увеличить эту цифру на треть и высадить в городских парках и скверах 10 тысяч саженцев. Анна Григорьева, Татьяна Троян, Николай Цедрик и Наталья Пилипко. Телекомпания «Краснодар».